Мустафа Джемілєв прокоментував ситуацію із обшуками у кримських татар в окупованому Криму. За словами глави Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова, зранку 26 квітня в Білогірську у будинках кримсько-татарських активістів проводяться обшуки, які очолюють представники російського ФСБ. Як зазначає Мустафа Джемілєв, одного з активістів Алі Барієва представники російських правоохоронних органів затримали. Що йому інкримінують, поки що невідомо. Но показательно сейчас то, что вот такой комплексный обыск у очень известного предпринимателя, мецената, который, в общем-то, не очень был в политике, но он оказывал такую развитие культуры крымско-татарского народа. Брата сейчас на эту минуту увезли в ФСБ. Знаем, как, что будут против них выдвигать. Но у них практика такая, обычно они... повод ищут оружие или запрещенную литературу. Ну и даже если они не находят, обычно подбрасывают патроны там. Посмотрим, как дальше будет развиваться. Сейчас там собралось, говорят, около 400-500 человек. А это тоже, собственно говоря, основание для выдвижения обвинений, незаконный митинг в соответствии с российским законодательством.